Итак, закончим мануальный массаж спины завершающим сетом, да? Если мы делаем шейно-воротниковую зону, там вот от лопаток получается до головы, то в принципе он не нужен. Но поскольку мы начинали от ягодиц, да, вот у нас вот этот участок, сегмент спины идет, да, грубо говоря, от сих до сих, да, то, соответственно, пока мы делали голову, тут спина уже успела остыть, нам надо ее взбодрить, успокоить, да, и все, что мы гнали кровь до этого вверх, теперь нам надо ее спустить вниз, чтобы, ну, понизить давление, чтобы утихомирились мышцы человека, да. Поэтому от головы мы делаем технику ролика здесь из пальцев, то есть всеми костяшками пальцев, да, и вот так вот проминаем эту шею, уходим назад, с утяжелением проталкиваем позвонки вниз. Это мы ставим шпалы. Шпалы, шпалы. Ехал поезд запоздалый. Потом по этим же линиям проводим утяжелением рельсы. Да? По этим рельсам отсюда начиная запускаем вагонетку с утяжелением, идущую сюда и сбрасывающую в шахты. Инструменты и людей. И сюда. Потом по этим же рельсам ведем ракету, устанавливаем ее в шахты, и пустая она уходит назад. То есть первый получается ролик, шпалы, рельсы. Второе — вагонетки и ракеты. Ракеты отпустили, ставим руки параллельно, и теперь мы всю спину, если до этого по половинке работали, теперь, да, всю спину локтями. Раскачали. Растерли. И вот это вот мы делали, да? Декомпрессировали. Вот так напишем. Декомпрессия. Техника роллинга. То есть вот так вот у нас устанавливается кулак, да, второй кулак вот здесь, ну, локоть, это кулачки вот сверху. Вот и декомпрессируем, соответственно, вверх. Все это тянем вверх. Четвертое. Диагональная. Третье, то, что мы все локтями делаем, да? Раз, запятая, два, запятая, техника роллинга, три, запятая, и четвертое — это диагональная декомпрессия. То есть устанавливаем по диагонали одну руку вот так, другую руку вот так, да? И растягиваем, соответственно, вот так, красный цвет уже не хватает. Так, этого тоже не хватает.
растягиваем, соответственно, за ось лопатки, да, а здесь за гребень позвоночной кости. Тянем диагонально вот туда. Потом ставим локти вот так, вот что здесь. Тянем вот сюда. А здесь ось лопатки. И тянем по диагонали вот туда. Вот, понятно, да? Декомпрессия. Потом идет скручивание с упором в кость вот туда, а за ребра вот сюда. Ну, соответственно, в обратную сторону тоже. Потом это вот сюда. Четвертое получается скручивание. Пятое, диагонально продавили только уже сверху. Диагональная вертикальная декомпрессия. Прямыми руками делается. Также в лопатки и в ось тазовой кости. И после этого мы как бы завершаем, да, вот весь этот рисунок, который нарисовали в тайном лесном ПВО, где поставили ракеты, да, нам надо замести следы. Так, шестое. Заметаем следы. Вспахали кулаками. Точнее, лапа леопарда. Ну, всю поверхность вообще, всю. Чтобы подробно не писать, вы уже поняли, что тут просто вся поверхность тела. Срываем кожу с тигра, шкуру. Помните, что это? Да, да, три раза там. Да. Потом засыпаем шахты. То есть вот тут вот протрясли трапеции. Ну и потом все вот эти вот техники постукивающие, да, вибрационные, это мы называем град пошел, крупный дождь. Пальчиковый дождь. Крупный дождь ладонями, с вакуумными такими, да? Угу. Пальчиковый дождь пальчиками, и все как бы слабее, слабее воздействие, слабее, слабее. Но все воздействие идет все равно сверху вниз. То есть все идет оттуда вот сюда. То есть кожу вот так вот сдираем с тигра, да, шкуру, все вот эти вот волны, встряхивание.
И вот на нашей пашне заколосилась трава. Это уже совсем легкие такие пальчиковые движения, да? Заколосилась трава. Тоже сверху вниз. Такие прям с головы такие волнообразные движения. До ягодиц, с плечей мы как-то все уходим туда. Все уводим назад. По спиральке. Так. Заколосилась трава. Ну все, потом с пациентом можно как бы отпустить, либо накрыть теплым покрывалом, либо поговорить, обсудить какую-то дальнейшую программу действия, либо что-то прописать ему для приема на дом. Можете рекомендации дать, да, люди это любят, они видят, что вы профессионал, вы спец, вы за них беспокоитесь, вы им что-то рекомендуете. То есть таким образом повышается лояльность клиента к вам. Да? Ну, то есть не надо сразу говорить, так, пошел, следующий давай, следующий заходи. Мы не касса в Макдональдсе, да? Следующий. Нет, у нас именно вот благоприятно, благожелательно относимся к пациенту, что во многом как бы антагонистом является поведение врачей в поликлиниках, да? Поэтому люди из поликлиник придут к вам, будут вас лечиться и долго-долго приходить на дополнительные сеансы. Потому что там поток, там на время, там невнимательно слушают, иначе даже иной раз не от того даже и лечат, да? Три врача скажут три разных диагноза и от трех разных причин будут лечить. Вот, поэтому к вам люди будут прислушиваться. Я надеюсь, с рекомендациями, что и как посоветовать, вы разберетесь сами в дальнейшем, да? Я буду еще дополнительный материал скидывать бесплатно в Ютубе. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте обязательно лайки, нажимайте на колокольчик сверху, чтобы получать полезную информацию. А с вами был великий посвятитель Олег Алавгудвин. Даю свет!